молочка с красной кроликой. Не с этим, с твоим салатиком. Мне кажется, будет самое оно. Привет, привет, приветуля, приветяло. И что мы пьем опять молочко. Ой, я маленький стакан взяла. Ну что, ребят, я уже мечтаю и жду. Сейчас где-то собрался с платьем. Чего? Подождите секунду. Лиза, привет. Нет, сейчас. Привет, не могу ответить. Я отвечу. Я еще не в Москве. Лизочка, что за приложение? Какое приложение? Спросите у Мэри, почему Мэри не осталось? Когда меня спрашивают, почему Мэри не осталось, я не знаю, что он ответит. Не слышно. Печально. Значит, надо выходить. А где ты? В Таиланде? Где я была? Че пьешь? Молоко. Видите, у меня живот появился. Я поправилась. Сейчас одела топ. В тот раз попала из размера. У меня даже грудь чуть-чуть начала расти. Как набрала вес? Я ем постоянно сладко. С мокрой головой, я уже хочу что-то сделать. Я уже хочу ложиться. Где все? Ты больше не общаешься с Мэри? Чё? Вот этот вопрос каждый день. Мэри уехала, значит, вы поругались? Люди, вы ездите отдыхать с своими друзьями, у них, наверное, есть работа или какие-то дела, они не подстраиваются только с вами на отдых. Нет, я с сестрой. Лиза, с тобой что? Что со мной? Я здесь покупала, не знаю. В Москве, я думаю, куча есть магазинов, где можно купить. Но такие вы не купите, они какие-то прикольные. Они какие-то блестящие. Короче, какие-то они не такие. У меня все, да, спасибо. Когда домой? А мне пора домой. Вези меня, водитель мой. Осыпались, я их вырвала. Фамилия твоя Слава, а что? А, вообще другой человек. Сейчас накрашусь, буду опять такой человек. Тебе нравится твое имя? Нет, никогда мне не нравилось. Я в детстве говорила, что меня зовут Слава. Мне всегда нравилось имя моей сестры. Здесь у тебя подруга детства? Нет. У меня была, но исчезла с годами. Не все друзья познаются только в беде. Друзья еще познаются. Рады они за вас в счастье или нет? Или они просто испаряются. Ну, мне нужны дома, потому что мне нужно работать. У меня в магазине уже отписалось больше 3000 человек. Магазин стоит, нужно работать. И я очень мечтаю быстрее приехать. В магазин вообще хочу вырезать фотографии. Мы уже будем делать профессиональные там фотки. Ну, конечно, прикольно, когда снимаешь на улице, все. Но все же, я хочу заняться полностью сейчас. Вот. Твоя фамилия настоящая? Yes. Как ты худеешь? О, Шалава громче говорит. Я предлагаю тебе купить слуховой аппарат.
Шалава, громче говори, как приятно. Какие интеллигентные сегодня опять друзья у меня в эфире. Кушаю, да. Что у тебя за магазин? У меня женская одежда. Но я хочу еще детской. Я знала всегда, мне нравилось очень одевать свою дочь. И нравится. И я очень хочу больше заниматься даже детскими вещами. Потому что мне не нравится, когда я уже говорила, мама выглядит... Почему-то мама хорошо одета, а вот детей одевают во всякие капитошки. Вот. Понятно, что капитошки дешевле, чем итальянские фирмы есть, китайские, даже поделки, они все равно дорого стоят. Вот. Мое утро прошло, мне сестра отвезла на пляж, поэтому шикарно. Я хочу такая, чтобы была ценовая политика примерно одинаковая. Ну, с капитошкой навряд ли. Ну, хотя сколько там русская стоит обувь? Ну, чтобы... Вау! Детскую бы заказывала, буду ждать, да. Мать твою, Шалава. Я поняла, что ты очень интеллектуальный и что тебе прям очень нравится, чтобы я это прочитала. Все услышали, что я Шалава. Все услышали? Сильно горжусь тобой. Я сильная женщина, потому что я не сильная женщина, я просто мудрая и добрая. Я уже прям, я не поверите, я свою, мне дочь каждый день спит, мне вообще очень здесь нравится. Я сплю очень хорошо. Я понимаю, что скоро будет все хорошо. И что уже я настолько себя направила свои мысли в другое русло, и никто меня не будет обижать, и в мою ауру никто не залезет сейчас, я думаю. Приветик. Ладно, я буду краситься. Слава! Блин, она мне что-то написала, я не могу зайти, что я в эфире. Ну и с челкой. Блин, она мне что-то написала, но я в эфире. Фотограф. Ну что, я не могу выйти. Может, спросить его. Секретарь просто. Сказал, через час, он хотел вечером на вспышку фоткать. Ну, она стемнеет, а мне кажется, что он хочет, короче, на фоткаться. Не забуду, не прощу, не прощу и не забуду. Люблю. Слава, привет. Привет, привет. Блин, так вкусно выглядит, но я просто понимаю, что молочко и винегрет это... Как вам наряд Славин Таськи? Не красься. Покажи сестру, вон сестра. Слава, я тоже теперь хочу. Мне бы плохо потом. Слава ест. Может, и корки у нас сожрать? Нет, никого не там. Без обхода можно с вами поучить, что поучить с нами. Сестру тебе повезло, да. Слава есть в институте. Одежда пускового возраста. Ой, я бы хотела и маленькую, да малышек тоже. Но, конечно, больше так мне нравится. А да, это прям для мелких, да? Это твоя тема была маленькая покупать все. А я люблю больше так, когда уже ходить начинают. Даже можно джинсы, платья, классические костюмы. Люблю такой же стиль, как у меня разный, чтобы... Чуть не холодно стало. Угу. Мы живем в Финляндии. Тут очень крутая. Во всех обычных магазинах продают. А то, что в российских магазинах порой становится страшно за детей. Согласна полностью. Но в детские магазины можно пойти в Зару купить что-то нормальное. Но в Заре не такие дешевые вещи, как бы я так сказала. В Заре просто кожзам стоит, куртка для детей 1005. Ну вот, я когда малой покупала, я всегда трачу нормальные деньги, если иду в Зару. Куртка, там обувь, пара обуви, сколько. Ну, ты 15 отдаешь просто за куртку, там, например, двое ботинок. Good morning. Если тебе надо поправиться, очень похоже. Ну, не сходишь. Да, спасибо. Без макияжа ты просто супер. Я бы не сказала, это все фильтр. Краснодар, привет. Когда я вернусь, вот вы не поверите, как жрать хочу.
Знаете, что самое ужасное? Сейчас меня девочки поймут. Когда у двух сестер ПМС в один период. Мы вчера просто рычали друг на друга. Ну да, ну Зари стоит, Курсан так стоит, и да. Хочешь еще детей? Я не расскажу о своих планах, я больше не буду делиться. Я не знаю, когда смогу делиться, когда, наверное, мужчина будет меня оберегать полностью, как обещает. Что там Мария прислала? Обратите ваше внимание на рекламу с этого любимого сайта, где попросту. Деньгамовое оглашение. Ты с это... Слав, Мэри номер переписала? То мне на... То Мэри номер написала? Можно писать? Чего она мне пишет там? Что там прислала? Ты что, блядь, ему телефон? Пиши всем своего телефона. Ну ты что-то не все решили мне писать сейчас. Короче, у меня очень хорошо все пока. Энергетически я понимаю, что я не пускаю теперь людей. А то есть один человек, который просто лезет. Лез в мою. Ко мне. Какие глаза красивые. Да, у меня красивые глаза, без ресниц, мне как-то остаться. Мария, напиши сюда, я в эфире сижу. Напиши, что мне прислала туда. Я не вижу. Пацана. Мария, такая я сюда. Скинула 8 килограмм. Ну, здесь письку видно. Ну, я говорю, вы же на письки только смотрите. А я беременна ли? Как с нами потусить? Я не тусуюсь. Поэтому я думаю, никак. Я последние дни хожу на море. Вот я сейчас приехала с пляжа. У сестры классно сделали маникюр. Треснул уже ноготь. Когда немного вздремнул днем, просыпаешься, видишь 8-5 прищесочных людей. 20 смс, после которого ты уебаешь. Так, Мария, я могу слушать это в прямом эфире? Сейчас, подождите, я Мэри отвечу. А, сори. Блин, я ржу, отвечаю. Да, я ржу. Я тебе так говорила. Швабра худая, господи, солнышко, ты мою, конечно, я швабра худая, швабра прям. Зато с большой, доброй, хорошей и чистой душой. Это самое главное. Это по профессии. Какая разница, кто по профессии. Я думаю, многие люди, кто на кого учился, не работает. У меня тоже, кстати, ноготь жесть трескается.
слушаешь музыку, я через Apple, как там называется, через iTunes или как? Через Apple, ну просто через телефон. Ребят, ну вот Слава не нашла свой телефон, а знаете почему? Потому что она забыла свой ID. Скажите мне, пожалуйста, кто знает свой ID? Только мы такие тупые, мы не помним свой ID. Я вот с вами разговариваю, как же я скучаю. Да я уже прилетаю через 2 дня. Сейчас переписываюсь насчет фотосессии. Я думаю, как вы думаете, если я на мотоцикле буду фоткаться абсолютно голая? Сколько придет злых женщин будет мне писать гадости? Купили Славе телефон? Да. Вот он. Слава! А как он называется, этот новый айфон? Я даже... XS Plus. Во. Да, все знают свой ID. Мэри говорит, все знают свой ID. А, кто эти все? Я не знаю, ты не знаешь. Мэри, ответим, что ты раньше уехала, потому что у меня вопрос... теперь почему-то думаешь, что больше мы с тобой... А зачем? Ты мне принесла? Ну, ты Славин телефон, я не знаю. Вот. Какой был у нее 10-й? Причем был у нее новый. У нее еще один был, который она разбила, подбила чуть-чуть. Поменяла все, еще новый купила. И вот почему-то новый меня сперли. Надо было на отдых брать старый. Работаю над своим телом. Кто исполнитель КамАЗ? Очень много моделей обнаженные, не пошлые. Я тоже так считаю. Тебе очень идет, спасибо. Офигеть, жалко. Что жалко? Жалко телефон? Да, жалко телефон. Слав, ну если я сейчас винегрет, да не винегрет твой, заточу с молочком, это будет опасно? А потом поедем в ресторан в Тае, съешь чем том-ям, я буду бежать, ребят, потом домой. Потом я просто как ты худела, я вам расскажу. Я в Москву прилетаю 10-го. Ты краситься будешь? Но мне сказали, что я не накрашенная красивая, что мне не надо краситься. Так не надо или нет? Зачем в полицию местную обращаться? Ну, его забыл на туалете, его кто-то забрал, его отключили уже. Если бы она знала свой Apple ID, мы бы его нашли. Но так как она не знает, и я тоже, кстати, не знаю свой, я вообще ничего не знаю. Вообще не знаю, не дал пароль. Сестра сказала, надо кое-кому все пароли мои скинуть. И все. Нравится Бузова. Бузова молодец, работает. Походу, успеешь добежать. Тоже верно. Все может быть. Подождите, что у нас есть тогда? Я просто хожу, смотрю в холодильник и не понимаю, что я хочу. Потому что здесь немного всего есть. Пармезан я не хочу. Я икры хочу красной. Слава, ты винегрет больше не хочешь? Вы едите так? Ты винегрет больше не хочешь? Теперь смотрите, это смертельный номер. Да, я люблю смешать еду, я люблю сладкое и соленое. Это прям для меня тема. Ну, во-первых, я в Таиланде уже 5-й раз. Жила здесь, да, по месяцу. И на экскурсиях, и на всех была. Поэтому, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. А прикиньте, я 2-й раз. Я была много где. И на островах, и везде, поэтому я что-то новое здесь не увижу. А он нормальный, или мне кажется, что он что-то какой-то не такой? Вчера? Пап, привет, привет. Блин, а ногти не хочу. Чем?
На Будду мы не поедем сегодня, да? Была. Тогда в кроссовках, да? Что, моя крылья навалилась, прошу. Может, и крылья надо было добавить? Да не, нормально вроде бы. Я вижу, жесть нельзя. Мугурман. На самом деле, я очень придирчива к еде. Но я люблю... Есть блюдо, которое люблю есть, например, с каким-то сладким соусом. Здесь мне очень нравится есть мясо с грибным соусом. Что-то я прям подсела. Теперь понятно, почему я такая худая. Конечно. Здесь такой там ямочек, знаете, есть. Жесткий. Молодец, так держать. Что ты делаешь? Что? Да нет, у меня просто очень хороший желудок. На самом деле у меня все хорошо с этим. Я думаю, привет. Я думаю, со мной от молока, винегрета и красной икры. Ну, либо я побегу, забуду. Ладно, шучу, это была шутка. Еще начну умники писать. Тебе худоба не сильно идет. Ну, знаете, как-то вот не могу ничего с этим сделать. Вот поправляюсь, а не получается. Кто-то говорит, что сильно идет. Какая есть? Игорь, привет. Меня не видит так. Моя маленькая смотрит, я вижу всех. Привет. Это милая смешная, да, я просто простая. Есть что хочешь, тоже покушай. Ты молоком запиваешь, да? Мне винегрет запиваю молоком. Я люблю разные эксперименты над собой. Особенно если мы станем где-нибудь в пробке, прикиньте, на час, а мне станет плохо. Ладно, все, это уже шутки. Привет, привет. Кстати, так, значит, мой магазин. 3000 человек писались, я ищу менеджера. Что-то я подумала, что я как красиво это накрасилась. Чего это вдруг? Что сегодня произошло? Чего ты это решила быть красивой сегодня? Почему ты решила сегодня быть красивой? Так, я тогда тоже крашусь. Мне так не нравится. У меня начинает пудра расти. Тут здесь столько русских, мы бы знали. Что вы все время говорите, что я уставшая? Я не уставшая, я была на море. На море было 4 часа. Я не могу спать на пляже. Кто может спать на пляже? Напишите, ставьте плюсик. Мы посмотрим. Кого больше? Я не могу спать. Да не знаю, да не, недавно идет эфир. Сколько идет? Покажи Славу. Слава красится. Тоналки уже нет. Мне надо в Duty Free купить тоналку. Так, давайте, посоветуй мне тоналку. Если бы Браун мне не подошла, короче, уже не знаю, блин, какую покупать. Я тоже машу. Привет, как ее зовут? Сколько ей? Или она маленькая совсем? Вот, люди могут спать. Вы можете спать под солнцем, но реально. Я ненавижу вообще сгорать, честно. Я все время тусуюсь. Слава, мне, по-моему, тоналка закончилась. Какая фотосессия, если не будет тоналки? Как замазать? Вот мы вчера были в торговом центре. Почему я не купила тоналку? Армани. Походу, мне придется ехать покупать. Пойду тупо мешаю, которая ужасная. Милана 4 года. Тогда понимает. Миланочка, привет! Как у тебя дела? Ответь, сучка. Как грубо ты со мной всегда не разговариваешь. Да, пивко и сон, блин. Я не знаю, я не лезу в чужие отношения, то, что вам муж написал, что вы у вас декольте, он что не видит, в чем вы ходите, или то, что вы ходите в декольте. А по улицам это нормально, а тут вы выложили фотографию в одежде. Для меня, мне кажется, это ну, не странно. Для меня вообще не важно, как, что, может, вы нормальный человек,
вы нормально к нему относитесь, не любите его. Не любите, а правильно тоже. Ой, вот как так? Придется этой говняшке мешать-то на руку. Мужчинам нравится чистое лицо. Чистое в каком смысле? И женщинам тоже нравится чистое лицо, а не прыщавое, например, мужиков в лицо. У меня смешанная, наверное, кожа. Это далеко, я не помню. Это далеко? А что она не набирается? Мне сейчас только в пробке встать после винегрета с молоком. Не всем мужчинам нравятся мозги. И с тупым... Ой, что-то сказала слово, господи, боже, простите меня. У них мужчин потом наоборот, не нужно, чтобы женщина была ласка. Нельзя сказать, что мужчинам нравится. Блин, все, это же самое, что женщинам нравится. Нам в общем, в принципе, есть какие-то флюиды, все это все вместе, совокупности, и мозг, и визуально, все вместе. Потому что иногда человек может быть, два человека могут быть два приятных парня, да, но один вас будет дико раздражать, потому что это не ваш человек полностью. Хотя вы будете сидеть, другая подушка будет говорить, да ты что, он же нормальный, а ты будешь говорить, ты че, дура, что ли? А вот это твое, это мое, вот это пупу-тимуси. Это все очень индивидуально. Можно любить, извините, когда у женщины у твоей какой-нибудь подкожный клещ, что ты ее разлюбишь, что ли? Нет. Будешь лечить ее прыщи вместе с ней. Сколько времени у нас? 5:00. Старбакс там. Да, сейчас кофейка еще выпью. Господи. Ну не надо говорить, что они мрази. Ну может они просто лайки ставят. Ты мне отвечаешь? Ответишь? Смешная ты. Спасибо. Хорошо, что хоть смешная. Какая-то... Какой-то цвет не мой. Ну ладно. Я не могу посмотреть, что мне написал фотограф. А там есть салон, да, уложиться? Ну, да, уложиться. Там и торговый центр, там будет вечер. 5:00, да. Сама, я уже готова. Я крашусь. Ты накрасилась уже? Чем ты красилась? Обычно белый цвет. А тебя нигде взяла? Тебя нигде взяла? У меня? Почему ты игноришь? Кого игнорю? Я не могу все видеть, господи. Не надо этот цвет. Не. Какой? Блин, я потом буду снимать это. Она будет... По-моему, я какая-то черная. Нет, какой-то коричневый не мой цвет. Ой, Слав! Я что-то... Борщинула. Блин, мне кажется, мне уже не надо так загорать. Потому что я блондинка и очень что-то черная. Нормально ты, да? К полным людям как отношусь? Как ко всем остальным людям, какая разница? Полный и худой. Потому что человек был хороший. Мне нет такого. Полный, худой, толстый, сиськи голые, жопа голая. Я крашусь. Езжай тогда. Она желтая. Да не, вроде уже не желтая. Размазала нормально. Я просто такая черная, что мне уже страшно. Я эти дни вставала и с утра бежала на басик. Ныряла и забирала. У меня вот здесь какая-то припухлость появилась. Чего это может быть? Цвет не шею замажешь. Блин, я боюсь, что потом стопом будет просто. Сейчас идти все смывать.
Славка, посмотри на меня, пожалуйста. Вообще, зачем я покупала? Я в Москве покупала такую черную тоналку вообще, для чего? Тот цвет не тот, и губы не такие, мне похер-то. Да похер. Ну, да что-то сказать. Правильно, молодцы, подметили. Не, ну реально цвет, ну не так нормально. Ой, вроде так размазала, ничего. Ничего такая телочка. У тебя хорошая кожа. Да не, сейчас обсыпала, шоколадки ем. Но у меня ПМС, я не могу не есть конфеты. Перед этим делом вообще у меня жестко. Понимаете? Не знаю, кто меня понимает, кто из девушек не понимает. Я бы на вашем месте тоже даже поставила сердечки, потому что я поняла, что качество херовит. Привет, привет. Посмотрите на мою руку. Если буду в России, то пойду. Только Саша не передавайте, она меня убьет. Ну, правда, я не знаю, как будет по делам. Жизнь такая штука, что мы не знаем, что может быть завтра. Зачем краситься на море? Че? А вы на море только ходите на море? Вы не ходите в ресторан? Я лично ужинать хожу в ресторан. Где все прилично одеты, накрашены. А вот этот Russian отдых, а-ля Геленджик, знаете, ну, как бы у всех разный отдых. Да, думайте. Мой вес, я не хочу взвешиваться, мне кажется, я не поправилась еще. Скажи свой вес. И рост. Рост у меня 170. Ну, был 46-47. Вес. Так, надо в свою подводку с блёстками. О, пирожки с картофаном. Шикарно. Хочу пирожки. Слушайте, ну до этого же нормально работало с фильтром. Все сидели, никто не говорил, что не работает. А тут резко перестало работать из-за фильтра. Ну, тоже как-то странно. Ну, я могу уйти, единственное, что, и не докраситься. Потому что в тот раз я сидела без фильтра, то же самое. Просто объяснит. Ты обучалась на визаж? Нет. Чем тебе Геленджик не угодил? Там тоже можно доступный ресторан отдохнуть, что несешь. Я имела в виду, а-ля Геленджик, кто понял, тот понял. А несешь ты. А я не несу. Нет, я несу только добро посетить в этот мир. Вот. В Геленджике, да, можно сходить в ресторан и прогуляться по набережной. Но большинство людей там ходят, извините, в купальниках тетки. Даже не одеваются. Я как-то вышла днем. Куда же мы шли? Пройтись. И я немножко была в шоке. У нас и в Сочи почему-то русский народ даже не одевается. Идут бабы вот с такими дойками, титками, мокрые в купальниках, по улице. Нормально? Вот так. Люди отдыхают. Вообще на пляж, который сегодня ездили, там одни русские. Да, Славусик? Я говорю, на этом пляже одни русские. У тебя нету палочек? Нет. А? Это хреново, что у тебя нет палочек. Что я криво накрасила стрелки, они у меня вообще разные. Скажи. И стрелки, и прическа. Ничего ты нарядная какая-то, что вдруг?
Замуж собралась. Пошла мужа искать. Блин. Пора бы уже. Да уж я собралась, Анита. Почему качество такое? Все качество говно. Я не знаю, потому что вы сглазили качество и все. Шучу. Все, по-моему, уже не работают. Ну, это очень хорошо, что ты с ним много собираешься. Нет, я крашусь вообще. Ничего не портит. Ничего мне не портит. Что, тебе долго будет делать? Сказать. Да, мы такого делаем, что мы тут сама. Ладно. Короче, Славе предложили отстричь ноготь. Свой собственный, нарощенный. Короче, поди был короткий, остальные все длинные, да? Нет, они мне предложили, видимо, отрезать и нарастить. И тебе я буду кошмар. Отрезать свои ноготь. Ох. Все, уже быстрее домой. Быстрее домой, быстрее домой. У меня столько дел. У меня столько планов. Что нового? Я думаю, что мы скоро все узнаете. Время. А так вообще все очень хорошо. Фу. Я же говорила сегодня, никто не лезет больше в мою атмосферу. На меня поставили 50 оберегов. Монахи на меня поставили 50 оберегов. Все. Иди работай. Ну ты иди работай ее, если я могу себе позволить и работать сейчас, почему я должна работать? Да, я пришла к сестре, ей делают маникюр, вот. Просто немножечко планы изменились. Мой максимальный вес 60 килограмм. Родила и стала 56, потом резко скинула. Душой отдохнула. Я думаю, что эта поездка пошла на пользу мне и вообще пошла на пользу, в принципе, всему, что сейчас происходит. Я очень рада, что продвигаются дела и с дочерью, и вообще все у меня хорошо. Нет, я не делаю. Да, я от нервов похудела. Как дела? Дела хорошо, только я сегодня так загорелась сильно, я такая черная, мне не идет. У меня белые волосы, так я ни почему белые, а желтые, мне вообще не идет. У меня рост 170. Спасибо. Где свет некрасивый? Это моё какое-то некрасивое. Люби. Знаете, мне кажется, личная жизнь должна оставаться личной. Понимаю, конечно, что мы медийные все дела, но вот пока все в тайне. Нет. Угу. Раньше не делала. Макияж зачетный. Да, все блещу, блестяще. Сумка, потому что у меня мокрая голова, и на мокрую голову надела. Видите? Я же выходила в эфир с мокрой головой. Я думаю, что мне придется отращивать все-таки мой русый цвет, потому что я хочу все-таки отрастить свои волосы. Я в салоне сестру жду. А, купила себе классный топик. Как всегда. Вышла, но что-то прикупила. Вот. Слаживается, да. Счастлива, спасибо. Да у меня блеск такой крутой, офигенский. Макияж делаешь, видосик. Сейчас приеду в Москву, будут видосики. Спасибо. Да, зубы, да, отбеливала. Мне больше всего миндаль нравится. Внутри. Да, они длинные волосы свои до пояса, конечно. Мне кажется, все были в детстве волосы до пояса длинные. Ну, до 14 лет были. Еще бы поехала отдыхать. Я уже поеду отдыхать. Даже так скажем, мы уже знаем, куда мы поедем отдыхать. Вот. Да. Да.
личное, личное, любит тишину. Да хотелось бы, да, но когда есть обстоятельства, просто очень много людей негативных, кто глазит. Я в это верю, вот, но сейчас, слава богу, как бы... так что, если вы хотите что-то сделать опять на меня, подумайте 100 раз, потому что там вернется это в тройне или в четверне. А у меня как бы все хорошо. У меня никогда не было длинных волос, серьезно. У меня были длинные волосы, нет, у меня растут. Но для меня вот такие волосы — это не длинные. Для меня длинные волосы — это вот как сейчас. Нет. Вот это так круто, остальные пусть молчатся, видят, конечно. И нет, я уже в Москву хочу, потому что я не могу без работы. Конечно, у меня такая работа легкая, мне не надо 20 часов пахать, 5 секунд, и я уже все. У меня работа вообще классная. Не жалуюсь, люблю свою работу, потому что я все-таки... Как я работаю, многие мечтают так работать. Пока еще нет. Так. Прекрасно выглядишь, видно, что до пошли на пояса, да, что фишу лично не лично, да, душу. Ну, слушайте, совсем не получится не афишировать, потому что все-таки. Но вы скоро будете очень радоваться. Очень. Очень. Радоваться. Да, мне нравится песня. Ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла? Я не особо вообще люблю. Брюлики. Вообще не очень люблю. Вообще такое не очень люблю. Пока. Нет, не мешаю. Кем работаешь? Я блогер? Есть у меня молодой человек. А как вы думаете, есть у меня молодой человек? Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Оля. Можно работать на себя, выстраивать свой график так, как ты хочешь. Согласна полностью, но мне вообще парень сказал, что я не буду работать сейчас в месяцах. Парень у них сказал, что я не буду работать. 2 месяца он будет работать. Шучу, я буду работать. Ногтей какой размер, я не знаю. У меня свои ногти, с понятия. Ужасно отношусь. Как у такой красотки не будет? Главное не красота, главное какой-то человек внутри. Курган. Личное должно оставаться личным. Привет, привет. Не поняла. Красиво выглядишь, спасибо. Чутка поменьше. Мне ничего не прикачано, у меня немножко накачана верхняя губа, и то я давно ее качала, поэтому не может быть такого. Почему если парень, то сразу Леша? Я не пойму. Мне же не мог появиться новый парень. Сейчас я приеду, буду питаться правильно, потому что меня обсыпает от шоколадок. Ну, мелкая сыпь, но есть, тем не менее, она. Вот. Поэтому так. Привет, привет. Здравствуйте. Это, конечно, не мог новый. Я в себе только грудь буду делать. И то не менять, а то, что было, возвращать. Про липолитики. Что про липолитики? Появится. Расскажи, как быть уверенной во всем. Нельзя быть уверенной во всем. Ты даже не можешь быть уверенной в себе на 100%. Поэтому нет, я все про питание знаю без вас, и мне есть кому сказать, и поэтому вообще проблем нет, потому что я спортом занималась много лет, и если не мои проблемы, то я бы, наверное, так бы в 6 утра и бегала каждый день. Вот, а многие не любят, кстати, кто занимается в зале, бегать. А это было мое самое любимое занятие. Я вставала без будильника, бегала на пляж и обратно. Вообще сбегала на рынок, уже много раз рассказывала. Покупала продукты самые свеженькие, вкусненькие, домой. А в 10 утра у меня был зал. Поэтому я еще тут была спортсмен. Могла 3 часа вообще тренироваться.
ну, мне как бы, я вообще перестала с ними общаться и была прям помешана одно время на спорте жестко. У меня даже фотографий не было. Я вообще соцсети, чё. Да я не буду вам ничего рассказывать, я не понимаю вообще, о чем было. Я еще вообще отдыхаю. Как всегда, спасибо. Вот я думаю, что сейчас мне надо приехать срочно к косметологу. Я, видите, как обгорела? Ну, короче, я сгорела, как бабка старая, красная. Губы у меня бомба. Да, я пришла на дом 2 уверена в себе. Мне сказали все, что я была такая охуевшая, что я, типа, кадони чуть не скинула со стула. Ну, типа, что я так разговаривала, типа, чё? Да нет. Ну, на самом деле, я очень переживала и прям меня трясло, все колотило. Ну да, я сразу похарич надавала. Потому что мне не люблю, когда врут. А про меня начали врать. Мега красивая сегодня, да? Правда? Привет, 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 привет. Суд 16-го, потом еще у нас один суд, где уже буду я. А потом уже у нас планы такие грандиозные. Алкоголь, ну нет, я могла пиво выпить, кстати, пиво нет, дрожжи, мне нельзя дрожжи, поэтому мне нельзя булки. Глаза ужасно накрашены, очень рада, что для вас они ужасны. Вот дом 2, да, хочу вернуться, конечно. Но немножко другие планы. Где я отдыхала, в смысле, сейчас я отдыхаю в Таиланде. Да. Слушай, ну если ты так считаешь, что я выебываюсь, то что ты сидишь в моем эфире? Я вообще не понимаю таких людей, еще и пишут матом мне. Ну, как бы, я могу тебе сказать, нахуй отсюда, иди. Вот это будет высокомерно. Вот это, да, ну с душой, знаешь, раз ты материшься, я тоже так хочу сказать. Кого не любишь, какая у тебя профессия. Бала. Я не знаю. Как? Я ничего отвечать не буду. Меня Гюнай зовут. Гюнай, привет тебе большой. Привет, привет. С кем-нибудь встречаешься? Может быть, да, а может быть, нет. Не скажу. Кто? Лёля? Это кто? Классная. Привет, привет. Не знаю, кем ты работал в жизни, никем. Как ухаживаешь за лицом? Ухаживаю за лицом? Да никак особо. Песенку. Хей-хей, ла-лей. Спасибо. Салют, Лиза, выглядишь супер. Так приятно, но мне ничего не нравится, как я сегодня выгляжу. Мне кажется, я перезагорала, и вот белый цвет, знаете, такой желтый. Это как вот есть бабы, загорать хуй в солярии по 100 раз. Вот, типа такого. В каком ты городе? В Пхукете я. Ты еще в Тае? Да, пес. Не слышите, как они разговаривают? Свою косметику. Вы знаете, мне кажется, я так потеряла много косметики. Ну, ребят, я никогда не вернусь на проекте. У меня другие планы. Я планирую все серьезно у меня, поэтому как бы, да. Поэтому вообще нет смысла там находиться, поэтому все. Конец. Финита ли на комедия? Да, спасибо. За сколько наращиваешь волосы? Вот, зайдите к Алене и посмотрите, сколько стоит. Сейчас, по-моему, акция проходит. Не, по-моему, проходит. В салоне красоты? Да, я в салоне красоты. Сестру жду. Очень красивые глаза. Да, глаза изумруды. Привет, привет. Что делать, когда ты с парнем, которого ты любишь, а он нет, отпустить его и забыть. Я вообще не понимаю баб, которые бегают за мужиками, которые их не любят. Все, ты сделала? Все, я пошла. Сестра расстроена.